меня такое впечатление складывается, что, ну, я не знаю, просто по его пресс-конференциям, что он в очень тяжелом нервно-психологическом состоянии. Это видно же. И он провоцирует клуб для каких-то действий, чтобы хотя бы без денег не остаться. Соболев в первом тайме, когда блестяще принял мяч. Я понимаю, что его уволили, тогда он получит свою неустойку. Ну, да. Это не обязательно говорит о том, что он хочет бабки и до свидания, я поеду в Севилью там, или в Барселону, а это говорит просто о том, что он не знает тупо, что делать. И это его тоже бесит. Ну да, он просто не знает, как с одной стороны. Слушай, он видел эту Спартаке команду. Я не удивишь этими скачками, там был и Тедеско, и другие, там таких прыгунов-то было столько. Смотри, у него не получается, допустим, тактически, он пытается хотя бы эмоционально их завести.